Итак, что изменилось на новых тренажерах DrivMass? На новых тренажерах они начали делать новый логотип. Сейчас у них вот такой вот логотип. Также на новых моделях они начали закреплять номер, по которому можно проверить его в интернете, оригинальный он или подделка. У меня есть и новый, и старый тренажер. И на всех этих тренажерах я средние ролики поменял на маленькие для более глубокой проработки. Также я поставил резиновые подпятники, чтобы не скользило. Вот старый тренажер со старым логотипом. Раньше у них был вот такой вот логотип. Старую модельку свою я, кстати, сдаю на Авито в аренду посуточно. На нем тоже все средние ролики я заменил на маленькие. И резиновые подпятники поставил.